Сам поезжай. Сибирь, мать ее так. В интерьере. Вот. Это наша фамильная картина кисти неизвестного художника. Передается по наследству. Передается, да. Служу же. Это ты к жениху говоришь, Мартин? Да, да. А Мартин жених что в ответ-то? Он все пукает. Я говорю, он на твои пули. На кого пукает-то? На Машку пукает-то все. На Вольфа. Вольф! Роша, а где мои щёрты? Масик Никик. А вот сортир бы надо было снять, исторический момент. Это ведро стоит, которое там. Ух, ё-моё. Ну, на Москве да, откинули, молодцы. Арматура вот тут, пожалуйста, вот. Забыли вы перекидать. Сос. Тебе я когда пиво-то принес? Не обделил себя? Нет, вроде как бы. Что же надо снять отсюда? Ну вот придет хрен моржовый, приедет. Ну до сих пор не так. Вот так, вот это все. Здесь вот все говно, что вот было. Значит, надо делать вот так, чтобы въезд он остался, чтобы въезд. И снял примерно на метр, как мы с ним говорили, на метр вот здесь земли. И так вот, чтобы было вот так вот, ступень такая, понимаешь, обрезанная. Вот это по туалету, а с вот... стороны дороги закрыть, он так страшно. Они с той стороны закроют, а с этой стороны. Да херня еще. Медленно. Слушай, они вот в двух сторонах положили трубы, там где... Вот с этой стороны трубу они положили, с той стороны. И здесь все озеро... Да, вот, что-то такое спросить.
Зуза. Снимай, елки-палки, там снимай, там вон, снимай. Я вам скажу. Вон там снимай. Что? Машка. Легче было. Вон там снимай, мать туда. Давай его поставим. Да, поставим. Что повернем? Что повернем? Эп.
архитектура. Архитектурное сооружение. Начало, нет, середины 20 века. Нет, начало. Это 50-х, наверное. Привет. Привет. Штучка упала. Да уж, девушки, я не знаю, как вы так сегодня прославились-то. А мы даже дверь не открывали, дверь все время была открыта, закрыта. Такое бешеное количество комаров-то, а? Смотри. Кто? Ого, сколько я и не видела. Рюмашки сразу прояснилось на доске. Любочка, вам налить коньячку? Или красненького? А Маш, тебе коньячку, наверное, дают? Попробуй пока. Для пробы. Правильно. Вот это голос не юноши, а мужа. А вам красненького, да? Вам красненького, да, товарищи? Красненького, говорю, да. Хорошо, возьми себя красненького. А красненького тебе надо налить бутылку вот в стаканик. Я уходил, а приходил обратно. Так, вот это можно забирать. Сейчас еще. Пускай грехи мои ушагают. Чтобы скитание не вернуться вновь. А что это мужик такой, я не знаю. Ну все хорошее. За то, что мы такие все хорошие, четвером. Ну и все, что ли? А чего, мало это? Как-то так это вас звучит, это жизнелично. Почему? За Машу, за меня, за Петю, за тебя. За то, за что мы Вольку, такие хорошие. За Вольку, за Нику. Ну это естественно, за наших детишек. За Зулечку, за Никулечку, за Вальпулечку. Только каждый день так. Да. Зарай. А что Петя? А Петя что, уже выпил? А что за Петя? Вот это. А, Петя вот. Краснушку. Он решил. А это самое, вот лимонадик можно, Маш, запить? Да. А сок? Минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно с чего бы не начать. С бровей или с ног.
Племянников я слышала, он там где-то не пил. А надо было в это самое, еще можно было съездить туда, в Ленинградское шоссе. Кратко. На светофор, где вы сюда заворачиваете, стоите? Есть немножечко туда подальше. Куда пешком? Вовке в миску заглянули. Еще не опять вопрос задали. Что вы мои дети? Ко мне. Хорошо, Ник, рядом. Хорошо, молодец. Молодец, мальчик. Талант, талант, дело не кушать. Талант, молодец. Нажимать раньше. Ник. Николя. Ко мне. Искрежу.